Глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что признав биткоин валютой, Россия нанесет разрушительный удар по своей экономике. В ближайшие годы не стоит ждать легализации цифровых денег наравне с рублем. Но в правительстве не исключают, что эту возможность увидят для себя другие государства. Аксаков уточнил, что закон о цифровых активах нужен, чтобы участники рынка соблюдали единые правила игры. Как криптовалюта поможет россиянам на международной арене? Об этом читайте в ленте.